Добрый день, зрители нашего канала. Вот многие задают вопрос, да, то есть когда в небольших теплицах, как давать корневые стимуляторы. И вот Нигматова скажет, да, вот мы даем через бочку его полив, да, то есть какая концентрация идет. Здесь у нас бочка 5 тонн. Мы сюда набираем воду 5 тонн. И сюда мы добавляем отдельно, сначала смешиваем сам корневой стимулятор. Это у нас NRVL на тонну воды идет 30 граммов, значит на 5 тонн воды 150 граммов. А райсу, если мы чередуем его давать, например, и райсу мы даем 50 граммов на тонну воды, это получается у нас 250 граммов на 5 тонн воды. И включаем полный полив. Так. Вот она райса, это препарат от компании Dimes Испания. Почему на испанский? Потому что на Испании в Европе лидер по производству овощей в закрытом грунте и по производству вот таких удобрений. Это NRVL. Тоже испанский препарат от компании Вилсам. Почему мы их чередуем? Потому что, ну, уже так, как бы на практике мы пришли к тому, что райса все-таки хорошо в длину отбивает корни, а NRVL отбивает вторичные корни, боковые. И такой комбинации по очередности добивается очень хорошей развитой корневой системы. Дополнительно можно сказать, что вы можете вместе с этими препаратами давать спокойно любые удобрения, которые вы даете. Там не надо чисто одним препаратом, то есть даете сегодня там комплексное удобрение, или там нитрат кальция, нитрат магния, нитрат калия. Вы можете туда спокойно это дело добавить. Ну, на этом все. Спасибо. Спасибо, пользуйтесь. Больших урожаев вам.